Всем привет! Сегодня вашему вниманию представлена небольшая кучка серебра. Это несколько моих комплектов, чисто серебряных, камни в серебре. Кому интересно, оставайтесь со мной. В самом начале комплект номер один – это кубачинские изделия, серьги и кольцо, причем куплены абсолютно у разных продавцов. Продавец кольца подсмотрела в одном из обзоров, что у меня есть вот такие замечательные серьги, и сама мне предложила имеющееся кольцо. Я, конечно, очень-очень довольна, сложился совершенно неожиданно, благодаря общению в YouTube, вот такой великолепный комплект. Кольцо ручной работы кубачинских мастеров и серьги. А также у меня есть кольцо, которое я купила сережкам до того, как у меня появилось вот это замечательное кольцо, тоже кубачинского мастера, я заказывала совершенно через другой магазин. То есть из трех интернет-магазинов, скажем так, у меня появился вот такой замечательный кубачинский комплект ручной работы. Комплект номер два. Это розы в серебре, кольцо и серьги, а также кулон. Silver 925, производитель. Вот такое вот интересное серебро. Здесь дырочки, через которые вытекает расплавленный воск. Очень красивый и нарядный комплект. Серебро 925 пробы. Комплект номер три – это серебряный комплект с моховым агатом, который включает в себя серьги, кольцо и кулон. Новосибирский производитель. Природный моховый агат. Комплект номер четыре. Это аквамарины. Вот такая интересная работа в восточном стиле. Привозила мне подруга в подарок из Турции. Вот такой кулон. Он побольше, чем кольцо и серьги. Замечательная работа. Аквамарины в серебре. Вот такой замечательный комплект в серебре с чароитами. Камни разные, изделия несколько разные. Вот этот вот комплект и два отдельно купленных кольца. Можно носить все вместе, можно носить по отдельности. Вот это кольцо, его можно носить как самодостаточное, без каких-либо дополнений. Но можно и добавить вот такими небольшими сережечками с чароитами. Комплект номер 6 представлен серебряным браслетом, кольцом и сережками, выполненными в стиле а-ля рус. Производитель Приволжский ювелир. Не совсем тонкая, но в то же время довольно-таки приятная работа. Комплект номер 7 представлен кольцом, сережками, браслетиком и бусами в серебре. Работа азербайджанского ювелира Мурада. Вот такая вот довольно тонкая и ажурная работа из чистого серебра.
Как-нибудь покажу с примеркой. Очень интересный такой комплект. Он и летний, он и новогодний. Можно расценивать как новогодний. Посмотрите, какие ажурные замечательные шарики, да? Как летний. В общем, наборчик я назову «Гора шариков». И последний комплект – это комплект в серебре с черным ониксом израильских производителей. Это браслет, это кольцо и сережки. Сережки на петле с узнаваемым таким вот рисунком. Очень интересно сделаны, с клеймом от производителя. Я это заказывала через один интернет-магазин. Модель кольца отличается немножечко от сережек, но в то же время стиль узнаваем. И кольцо у нас двустороннее. С одной стороны это перламутр, а с другой стороны это черный оникс. К этому комплекту я также надеваю христианское кольцо с черным ониксом. Пластинка из черного оникса. На кольце молитва и крест. Такое интересное колечко. Браслетик, сережки. И иногда под настроение я надеваю бусы с черного агата к этому комплекту. Они сверкают, как черный бриллиант. Всем пока! Спасибо за просмотр!